Весна. Привет, весна. Я скучал. Доброе утро, да что же это за настроение, это такое пятничное? Что это за ощущение, это такое пятого рабочего дня недели, друзья? Ну, просто, наверное, потому что мы понимаем, что уходим в долину долгих праздников. В долину длительных выходных, когда целых 4 дня можно ничего не делать, а это значит, что можно сходить на демонстрацию, убраться у себя в огороде, друзья. Посадить все необходимые цветочки, растения, узюфрукты и так далее. В общем, всем приятно провести эти 4 дня, друзья. Первомай. Ну, пусть сегодня 30 апреля, но на душе это 1 май. Задача нашей программы сегодня, задача «Оранжевое утро» — подготовить нас всех к празднику. По этому поводу, ну, как минимум, приглашение в рестораны, в кафе нашего города гарантируется. В студии Ирина Сергеева-младшая. Смело можно начинать звонить по телефону 366666. Ну, потому что, во-первых, для нашей ранней пташки, если традиционный подарок, это вкуснейшая пицца от нашего спонсора «Метр вкуса» 33-15-25. Это доставка к вам домой, в офис вкуснейших суши, роллов, шашлыка, ну и, конечно же, пицца, друзья. Если вы хотите избавить себя от необходимости готовить завтра, то, конечно же, будьте нашей ранней пташкой. А еще я досконально проверила наличие свободных мест в нашем оранжевом автобусе. И как вы думаете, что я выяснила? Места-то свободные еще есть, поэтому, уважаемые мамы и папы, если вы хотите организовать вашему ребенку, которому исполнилось, ну, как минимум 8-9 лет, поездку в Ярославль, где нас ждет обзорная экскурсия, катание на катере, планетарий, то тоже сегодня по сигналу ведущей вам нужно дозвониться к нам в эфир. Ну все, ранняя пташка, я тебя жду. Сейчас мы обращаемся к звездам. Поехали! Привет, весна! Привет, весна! Я скучал! Овны, чем раньше вы вспомните о том, что учиться можно не только на собственных, но и на чужих ошибках, тем удачнее сложится для вас этот день. Прислушивайтесь к советам опытных людей. Это избавит вас от необходимости набивать шишки. Тельцы, у вас очень удачный день. Нет и не может возникнуть такой проблемы, с решением которой вы не справились бы в считанные минуты. Близнецы, сегодня вы обаятельны и привлекательны. Окружающие не оставляют вас без внимания, а вы используете их расположение в собственных интересах. Раки, этот день может принести кардинальные перемены. Ничему не удивляйтесь, пусть события развиваются своим чередом. Все происходящее идет вам на пользу. Львы, вы склонны вести себя легкомысленно и безответственно, забывать об обещаниях, которые дали, обязательствах и делах, требующих внимания. Девы, вы не считаете нужным скрывать свои истинные чувства, а именно это позволяет избежать недопонимания и просто неловких ситуаций. Весы, у вас подходящий день для решения важных вопросов как делового, так и личного характера. Интуиция очень остра. Никому не удастся повлиять на вас или ввести вас в заблуждение. Скорпионы, для вас день неровный и беспокойный. Вы прислушиваетесь к мнению людей, которые руководствуются собственными интересами и могут даже манипулировать вами. Стрельцы, хотя не все складывается удачно, этот день дает возможность решить многие проблемы. Не замыкайтесь в себе. Сегодня желательно участие в совместных проектах и общественной деятельности. Козероги, это весьма сложный день. Запаситесь терпением. Достичь поставленных целей быстро едва ли удастся. Решения, которые вы принимаете, не вызывают у окружающих одобрения. Водолеи, вместо того, чтобы сосредоточиться на решении важных задач, вы потакаете своим прихотям, балуете себя, а в свободное время вдохновенно и с удовольствием капризничаете. Рыбы, подходящий день для решения задач любой сложности. Вы настроены конструктивно, трудности не пугают вас, а напротив, вдохновляют. Здравствуйте, в студии Мария Златорунская, и я расскажу вам о погоде. Сегодня во Владимире светит солнце, осадки маловероятны. Днем воздух прогреется до 18 градусов. Вечером ясно и без осадков. Температура воздуха составит 12 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Желаю вам прекрасного весеннего настроения. Проведите майские выходные активно и на природе. А я прощаюсь с вами. До встречи на РЕН-6 канале. Привет, весна! Привет, весна! Я скучал!
Ах, друзья, это сладкое слово, это сладкая фраза. В ближайшие выходные осадков не ожидается. Как нам повезло. 3-6-6-6-6-6. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Самый приятный в мире женский голос. Как вас зовут? Лидия. Лидия, вот просто потому, что сегодня вы встали так рано, просто потому, что дела по-прежнему гонят нас, владимирцев, куда-то. Оранжевое утро хочет раскрасить ваш праздник, этот день, среда, красивый день, и дарит вам вкусную ароматную пиццу от компании «Метр Вкуса». Скажите, что это здорово, Лидия, это приятно. Это очень приятно. Потому что вам, во-первых, не нужно готовить завтрак, во-вторых, пицца от «Метр Вкуса» настолько объемная и вкусная, что, скорее всего, вам не нужно будет готовить обед и ужин. Лидия, а еще знаете, что сегодня? Сегодня 30 апреля, сегодня Всемирный день джаза. Вы уважаете это музыкальное направление, течение? Да, мне, кстати, это очень нравится. Поэтому, пока вы ожидаете доставщика от «Метр Вкуса», делайте эфир «Оранжевого утра» погромче, потому что сегодня мы будем петь джаз прямо в прямом эфире. Договорились? Да, хорошо. Спасибо огромное, друзья. Следующий приз на кону. Это будет невкусно, это будет приятный приз, который имеет отношение к нашим гостям парка 850-летия города Владимира. Там у нас два дельфина и морской котик ждут, когда вы придете насладиться этим шоу, морское шоу дельфинов в нашем городе. Друзья, смело набирайте 3-6-6-6-6-6. У нас всегда есть на вас какие-то планы. Планы вас развлечь, вызвать улыбку на устах, ну и как-то утром сделать двигательную, говорятельную какую-нибудь гимнастику, чтобы, ну, прийти на работу во всеоружии. Тем более сегодня, я так надеюсь, последний рабочий день, друзья. Сейчас мы узнаем, благодаря моим коллегам, какие важные события были освещены за все время движения истории от давнишних времен до современности. А потом разыграем два билета. Поехали в календарь. Привет, весна! Привет, весна! Я скучал! Сегодня свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования – пожарная охрана. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал указ о создании первой российской противопожарной службы. В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать жителей столицы за нарушение правил обращения с огнем. 30 апреля отмечается Международный день джаза. Это музыкальное направление возникло в конце 19 века в США как синтез африканской и европейской культуры и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства, объединяющей расы и национальности и стирающей границы между людьми и государствами. 30 апреля 1918 года была образована киностудия «Ленфильм», которая подарила стране не один десяток киношедевров, таких как «Дама с собачкой», «Гамлет», «Чапаев», «Свадьба в Малиновке» и «Человек-амфибия». Наряду с игровыми картинами здесь снимаются телесериалы, музыкальные клипы, рекламные ролики и документальные ленты. В 2001 году на «Ленфильме» была завершена техническая реконструкция и переход на современные цифровые технологии звукозаписи и монтажа. День ангела сегодня празднуют Максим, Мария, Петр, Александр. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги, дороги. Нам любые дороги, дороги. Привет, весна! Привет, весна! Я скучал. По вам скучает не только весна, друзья, но и дельфины Шторм и Штиль, а также морской котик Степан. По кому же он скучает? 3-6-6-6-6-6. Алло, доброе утро, здравствуйте! Здравствуйте. Доброе утро, как вас зовут? Елена. Елена, вот сейчас в руках «Оранжевое утро» держит два приглашения на выступление наших гостей, которые расположились в парке 850-летия. Я думаю, что, Елена, вам есть кого взять на это шоу. Конечно, своей любимой дочкой. Елен, в таком случае, если вы внимательно посмотрели нашу рубрику «Календарь» и послушали мой некий намек, который я, ну, дала вам некоторое время назад, угадать человека, которого мы закодировали, вам не будет сложно. Елен, готовы? Давайте. Итак, попробуем. Ну, я подскажу, вы не переживайте, если что, я подскажу. Елен, смотрите, мы
как бы будем по-хитрому поступать, мы не откроем сразу все лицо. Но если вы всмотритесь внимательно в этот персонаж, у которого сегодня профессиональный праздник, вы его угадаете. Вы увидите только одну треть лица, но это только для начала. Потом мы раскроем две трети и, собственно, весь облик этого знаменитого... Oh, yeah. Лен, я фактически подсказала. Сегодня Всемирный день джаза. Елена, не пугайте меня, пожалуйста, своей тишиной. Я думала, вы уехали куда-то. Лен, вы здесь? Я, конечно, понимаю, что по одному глазу сложно, но вроде бы как... Коллеги, я попрошу вас помочь Еленочке и, да, сделать из... Лен, вот все понятно. Это человек, который пел. У этого человека такая же фамилия, как и у человека, который первым высадился на Луне. Только того, кто высадился на Луне, зовут Нил, а этого зовут Елен. Не знаю. Ну, это же Луи Армстронг. Самый знаменитый джазмен в мире. Покажите, пожалуйста. Еленочка, скажите, пожалуйста, что вы планируете делать в ближайший час, час-полтора, примерно так, да? Собираться на работу. Будете собираться на работу? Просто у меня есть к вам огромная просьба. Я попридержу-ка, как я два приглашения на выступление наших дельфинов. И как только в какой-нибудь рубрике вы будете готовы узнать лицо или персонаж, или угадать мелодию, сразу набирайте нас 366666. Друзья, завтра 1 мая. Что мы делаем 1 мая все? Ну, что мы делаем все 1 мая, друзья? Ну, во-первых, отмечаем Всемирный день тоже джаза, слушаем Луи Армстронга, Фрэнка Синатру, Ларису Долину, пожалуйста, тоже хорошо. Кое-кого, Леди Икс, которая сегодня придет в студию. Но помимо всего прочего, помимо музыки, это, конечно же, дымок, который идет от вашего костерка и от вашего шашлычка. Есть миллиарды способов приготовить шашлык, и один из них представляет сейчас моя коллега Екатерина Копылкова. Катюш, тебе слово. Привет, весна! Привет, весна! Я скучал! Доброе утро, друзья! Уже завтра начинаются майские праздники, и большинство из вас отправится на пикники. А главным блюдом пикника является, конечно же, шашлык. Как приготовить вкусный, настоящий, традиционный шашлык, поможет нам узнать мастер Шахрат, который занимается этим делом уже 15 лет без перерыва. Я беру свиную шею. Вот мясо режется таким образом. Мы режем крупными кусочками. Мы берем... ваш лук, солим мясо, конечно, я на глаз солю всегда, берем черный перец, хороший, а не молотый, так. Специально дает запах, сладкий перец, паприка, сыпем паприкой, немножко, не так много, чтобы для запаха, вот. А открывать, пожалуйста, минеральную воду газированную. Заливаем, да, минеральной водой. То есть, получается, минеральная вода сохраняет шашлык дольше, более свежим. Да. Это, как видите, это фарш. Фарш. Есть состав. Куриное бедро, свиное сало, шпик, и свинина, и говядина, и лук. Чтобы не кисло, чтобы не падало, здесь все вместе. Лук пропускает через мясорубку. Уже стало жарковато. Так. Сюда. Люля после приготовления, то есть фарш перемешания, должно быть, по идее, в холодильнике лежат. Ну, это шатки 3-4. Убираем холодильник. Как у вас хорошо получается. Ну, рука уже... Да, рука перерука. Сама чувствует. Рука сама чувствует, куда... Все, есть готово. Угу. Теперь будем лепить люля. Достаем фарш. Кусочек берем. Берите кусочек мяса. Вот. Отбиваем его. Отбивай, да, руками. Берем вот мясо, пожалуйста. Оформляем его. Вот. Видите, оформляем его. Вот. Теперь руку немножко мочить водой. Опять же люля хочет. Вот. Любит воду, да? Люля любит воду. Угу. Теперь
теперь мы ставим люля, жарится на раскаленном огне. Минут 3-4 образуется уже слой, что момент надо поймать, люля. Да. Все уже, видите? Вы уже красиво. Вы уже я момент поймал. Ага. Ух, как здесь жарко-то у вас. Я не сказал бы жарко. Не сказал бы? Может, вы стоите со мной, вам жарко? В каком там состоянии? Люля готова. А как вы определяете, что шашлык уже пожарен? Сок спускается. А есть, который, видите, вот жарится, а сок остается уже на месте. Уже говорит о том, что не заходит. Шашлык готов. Все. Приятного аппетита. Шашлык, конечно, не является национальным российским блюдом, но в России его любят безмерно. Обязательно отправляйтесь на шашлыки. Приятного аппетита. Для приготовления шашлыка по традиционному рецепту нам потребуется свиная шейка, репчатый лук, минеральная вода, паприка, соль и перец по вкусу. Для приготовления люля-кебаб нужно взять фарш из свинины, говядины и курицы, репчатый лук, минеральную воду, паприку, соль и перец по вкусу. Весна. Привет, весна! Я скучал. Я категорически согласна со своими коллегами-мужчинами, которые посмотрели этот завтрак и отказались сейчас работать. Хорошо, что у меня остался самый выносливый Егор, который сейчас стоит за камерой. Егор, спасибо тебе, дружище, огромное, что ты готов вытерпеть. Но ничего страшного, завтра уже у нас у всех будет свой шашлык. Кстати, это утро вкусным делает еще и наш вкусный спонсор Владимирский хлебокомбинат, который в этом сезоне представляет новинку слайс. Они могут быть со вкусом чеснока, могут быть со вкусом бекона. Самое главное, все натуральное и без искусственных ароматизаторов. Мы желаем вам приятного аппетита, если вы просыпаетесь вместе с нами, вместе с оранжевым утром. Как же хочется время сказать с отличной пятницей. Ну, ничего страшного, с отличной средой сегодня. А поскольку среда, то в этот день я просто обязана уделить особое внимание своему коллеге, своему юморному коллеге Диме Шевелеву. Сами с усами. Привет, весна! Привет, весна! Я скучал! Дим, ты мешаешь мне сосредоточиться. Успокойся, пожалуйста. А, все. Привет!
Привет, весна! Привет, весна! Я скучал! Что говорить, жизнь для моего коллеги Димы лучший сценарист, и все эти сценки, которые он обыгрывает в своей рубрике «Сами с усами», на самом деле рано или поздно случались с ним или будут случаться. Друзья, обратите внимание, что находится сейчас в моих руках. Это приглашение на всю семью в лапшичную «Бамбук», друзья. У нас есть такая особенная рубрика, называется «В большой семье». Не щелкают. Если вы хотите выиграть два вкуснейших блюда вок с курицей плюс напиток, то смело можете набирать 366666. Ну а тем временем у нас есть профессиональная гордость в нашей программе в «Оранжевом утре». Это наш стилист, который зовут Алина Киселева. Это человек, который может одеть кого угодно. Помимо того, это и человек, который может раздеть кого угодно. Но и то она делает настолько эффектно. И поскольку все-таки на пятки наступает лето, а летом очень здорово кое-что припекает. Вот сейчас мы знаем, что головной убор – это чтобы защищаться от припекания или наоборот – гордиться тем, что у тебя на голове. Алина Киселева и шляпочки. Привет, весна! Привет, весна! Я скучал! Личности, носящие головные уборы, безусловно, вошли в историю. И я думаю, что здесь все дело в шляпе. Головные уборы присутствовали в гардеробе всегда. Менялись только формы и материалы. Цилиндры, канотье, котелок, трибли, хамбург. Отсутствие он их на голове мужчины говорило о пренебрежительном отношении к обществу. Количество и фасон головного убора могло сообщить о хозяине не меньше, чем часы, ботинки и костюм. Головные уборы стали частью образа видных политических деятелей, таких как Уинстон Черчилль или Че Гевара. Например, Наполеон модель своей знаменитой черной треуголки нарисовал собственной рукой и за жизнь носил таких не менее 100. В эпоху Советского Союза у членов Компартии в ходу была шапка-пирожок, которая, кстати, очень актуальна в нынешнем сезоне. Шляпы стали визитной карточкой многих звезд кино и эстрады. Их яркие образы неразрывно связаны с головными уборами. Типичным примером стал Чарли Чаплин и его знаменитый котелок. А для великой Сары Бернар была создана шляпа «Федора», которая получила свое название благодаря одноименной пьесе. На некоторые мероприятия без головного убора и вовсе вход воспрещен. Например, королевские скачки. Здесь выбор не ограничивается классическими моделями. Наибольшей популярностью у англичан пользуются модели известного шляпного дизайнера Филиппа Трейси. Его модели отличаются экстравагантностью и эпатажем. Надеть такую решится только очень смелая персона. В любом случае, на протяжении времен и эпох шляпа являлась способом проявить свою индивидуальность и харизму. Примером тому является одна из самых ярких представительниц культурной элиты Владимира – Алиса Ивановна Аксенова. Видный музейный и общественный деятель страны, заслуженный работник культуры. Шляпки обожает и даже коллекционирует. Головные уборы я люблю. Я считаю, что они очень дополняют вот как-то образ женщины. Я люблю, знаете, очень идет, кстати, мужская шляпа. Ну, например, вот к моему образу. Но, разумеется, это зависит от лица, от образа. У меня что-то шляп много накопилось, которые я давно уж, конечно, в Венеции покупала. Вот, в Риме две великолепные шляпы. Одна как типа амазонки, немножко на лоб не идет. А другая с таким, там даже перышки есть, там сеточка есть, но все это умеренно, все это элегантно. А одну шляпу мне подарили. Знаете, я в ней поехала, когда меня пригласила в гости Тонино Гуэра. Я такой хороший такой летний брючный костюм и вот эта шляпа. И он, американо, Алиса, снимай, не идет. Неважно, какую модель вы выберете, главное, помните, что этот сезон может по праву называться шляпным. И любой ваш выбор будет актуален. Привет, весна! Привет, весна! Я скучал! В большой семье. Да, клёво мне щелкают. 366666. Большая семья, наверное, дозвонилась к нам в студию. Алло, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, как вас зовут?
Александр. Александр, семья-то большая, да два человека, всего мужиков, то отец мой, да я. Сколько, Саш, сколько человек сейчас находится в вашей квартире? Трое. Сколько? Трое. Трое. У меня есть к вам как бы некая просьба. Александр, не могли бы вы их собрать у экрана вашего телевизионного приемника и попросить все вместе такой большой семьей крикнуть фирменную фразу нашего вкусного спонсора? Беру друзей, беру подруг, большой семьей идем в бамбук. Беру друзей, беру подруг, большой семьей идем в бамбук. Саш, попробуем? Хорошо, хорошо. Стараемся. Так, значит, вы просто, как бы, если они не слышали сейчас меня по телевизору, вы можете повторить эту фразу. Беру друзей. А как еще раз? Давайте. Беру друзей, беру подруг, большой семьей идем в бамбук. Саш, готовы? Берем друзей, берем подруг, большой семьей идем в бамбук. Идем в бамбук! Я считаю, что все-таки вы были задорными, Александр. А можно услышать аплодисменты вашей семьи, которые они адресуют вам? Товарищи, похлопайте товарищу Александру. Вы же все не зря старались. Саш, на самом деле, огромная двойная порция вок с курицей и напитки, которые вы любите, отправляются к вам домой. Не разъединяйтесь, пожалуйста, с эфирной студией. Договорились, потому что вы выиграли самую вкусную вещь на свете. Если вы устали от однообразной кухни, приходите в лапшичную «Бамбук». Окунитесь в мир экзотических вкусов. И это правда, друзья, все-таки сегодня 30 апреля, хотя одновременно ощущается и присутствие 1 мая. Сегодня Всемирный день джаза. Сегодня каждый уважающий себя джазмен выйдет на улицу и абсолютно бесплатно, кто на саксе, кто на чем, собственно говоря, исполнит какую-то джазовую песенку. И я бы была бы горда сказать, что то видео, которое сейчас увидите вы на Монмартре, сняла лично я, это было не я. Дело в том, что в мире, особенно в интернете, есть очень популярная девушка, француженка, которую зовут Заз. И сейчас она представляет свой уникальный горловой стрит-джаз в нашей рубрике «Back in Oldies». Смотрим. Классная, потрясающая девчонка, Заз, у нее столько поклонников. Одна я себя отношу к их и за тысячу считаю только одну себя, друзья. 366666, если вы только что проснулись, доброе утро, Владимир, доброе утро, все города вещания, доброе утро, все страны вещания оранжевого. Утро, друзья, в студии Ирина Сергеева-младшая, сегодня Всемирный день джаза, сегодня мы поем, говорим о джазе. И самое главное, уважаемые мамы, уважаемые папы, если эта информация для вас свежая, ну, вдруг так получилось, 8 мая совместно с компанией «Влад Тур» «Оранжевое утро» организует классные майские выходные для вас и ваших детей. Если ваш ребенок достиг 7, 8, 9, 10, 50-летнего возраста и увлекается историей наших старорусских городов, то
вы можете выиграть сегодня в нашем оранжевом автобусе поездку в Ярославль. Кстати, Влад Облтур организует не только поездки в Ярославль, по всем древним городам России. Если вы хотите эти каникулы провести на побережье Черного или любого другого моря, то, пожалуйста, тоже обращайтесь к нашим партнерам Влад Облтур. И не только. Мы едем с смокингом, а с смокингом гораздо вкуснее и веселее. Поэтому будьте наготове. 3-6-6-6-6-6. Ну а сейчас по-прежнему те, кто не перестают нас удивлять в интернете. Сегодня в нашу рубрику «Дарвин» попали, по-моему, домашние боксеры. На. Давай, давай. На. Давай. На. Весна. Привет, весна! Я скучал. Кстати, господа, если у вас есть видео, которое вас поразило или удивило в плохом и хорошем смысле, вы тоже можете делиться им с оранжевым утром. Мы будем рады показать это в прямом эфире. Кстати, относительно видео, которое нас удивляет. Вот последнее видео нас удивило, конечно же, с отрицательной, но одновременно юморной точки зрения. А то видео, которое вы просмотрите сейчас, нас просто поразило. Вот насколько интересных и талантливых людей много в огромном количестве проживает на Земле. Лучшие бильярдные трюки. Завидуем. Мои скептические коллеги говорят, да магнит там в шарике. По-любому. Да нет, на самом деле, Егор, это правда, есть люди, которые настолько талантливые. Но я думаю, что талант этот приходит с бесконечным повтором игр. В общем, с опытом. Друзья, все-таки сегодня мы не зря пытались отгадать Луиса Армстронга, но не получилось, ничего страшного. Сегодня в нашей профессиональной рубрике «Кавер на ковер» речь пойдет, наверное, о его самой знаменитой песне, которая называется «Go Down Moses» или «Let My People Go». А мне бы дали, я бы спела. Вот. На самом деле, да, мы привыкли слышать такую классическую хрипотцу Луиса Армстронга в этой песне, но авторство принадлежит другому талантливому афроамериканцу, которого зовут Пол Робсон. И сейчас у нас есть возможность прослушать 20 секунд, наверное, редчайшего видео, где Пол Робсон впервые представил свою работу «Go Down Moses». Как это было? Вспоминаем. А мне бы дали, а я бы спела. Вот. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. А мне бы дали, а я бы спела. Вот.
Кстати, традиционно считается, что это авторский текст из Библии, слова, которыми Господь призывал Моисея добиться исхода израильтян из египетского плена. И потом именно Луис Армстронг придал вот этой композиции какую-то джазовую хрипотцу, тем самым сделав одновременно данную песню гимном всего апартеида. Итак, внимание, самый на свете пресамый джазмен Луис Армстронг. What? So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Вот. Ну, соответственно, логично, очень многие непрофессиональные исполнители, непрофессиональные певцы тоже пытались исполнить свой вариант, и мы обратились к двум странам. Первая страна – это Украина, вторая страна – это Америка. Вот как на шоу талантов проявил себя украинский певец. Вспоминаем. А мне бы дали, а я бы спела. Вот. Said, let my people go. If not, I'll my dear husband's dead. Let my people go. So the Lord say, go down. Go down. Moses. Moses. А мне бы дали, а я бы спела. Вот. Согласитесь, получилось неплохо, а вот на контрасте, наверное, будет выглядеть выступление американского участника шоу талантов American Idol. Смотрим. А мне бы дали, а я бы спела. Вот. Let my people go, oppressed so hard, they could not stand. Let my people go. Go down, Moses, down into plain, and say, Pharaoh, Pharaoh, let my people go. А мне бы дали, а я бы спела. Вот. Я бы, наверное, тоже не выдержала. Причем, друзья, поверьте, с этим исполнителем все в порядке. Именно таким образом он видит в своем варианте исполнение знаменитой песни «Let my people go». Ну и долгое время мы с коллегами совещались, кто же заслуживает более-менее полномасштабного исполнения «Go down, Moses». И вы знаете, очень хорошо это сделала наша российская бригада, которая называется «Хор Турецкого». Давайте этой работой мы и насладимся. А мне бы да? Вот. Go down, Moses, way down in Egypt land. Let my people go. Let my people go. My people go, oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down, go down, Moses, Moses, way down in Egypt land. Tell all Pharaoh to let my people go. Moses, Moses, where?
Классно, молодцы, друзья. Сейчас то самое время X в моих руках. Приглашение, сертификат от компании Vlad Obel Tour. Вы обратили внимание, для кого пока пустая строчка. Здесь можно вписать два человека. Уважаемые родители, если вы готовы сделать своему ребенку майский подарок и 8 мая вместе с нами отправиться в Ярославль, где мы проведем обзорную экскурсию по городу, покатаемся на катере, мы посетим Ярославский планетарий, то прямо сейчас для участия в нашей викторине «Оранжевый автобус» набирайте эфирную студию 366666. Мы же смотрим новости. Привет, весна! Привет, весна! Я скучал! Не спасли. Во Владимирской области снова погиб малолетний ребенок. Трагедия произошла 26 апреля в Коврове. По предварительным данным, после кормления у девочки произошел самопроизвольный процесс срыгивания. Не убедившись в том, что пища усвоилась, мама уложила годовалую Настю спать и ушла на кухню. Через некоторое время отец заподозрил неладное и вызвал скорую. Девочку поместили в реанимацию, но на утро она умерла. Стоит отметить, что за последнее время это второй случай гибели малолетнего ребенка в Ковровской ЦРБ. Уровень медицинской помощи, он заставляет задуматься. Поскольку дети доставляются в больницу живыми, конечно, в таком, ну, сложном состоянии, и здесь, конечно, наверное, должны прикладываться какие-то максимальные усилия и более того. Нечистые пруды. В селе Добрынское Суздальского района вот уже несколько лет канализационные стоки загрязняют местный пруд. Еще в прошлом году администрация проблему обещала решить. Прошел год, а фекалии и ныне там. И стало даже хуже. Канализационные стоки по руслу пруда добрались до колодца с питьевой водой. Теперь оттуда не только пить нельзя, но даже огород поливать этим страшно, жалуются жители. Вариант решения проблемы с прудами, превратившимися в канализацию, у жителей Добрынского есть. Нужно закрыть общий сток, и пусть каждый сделает себе выгребную яму. Но убирать уже натекшее кто-то должен. С этим вопросом мы отправились к главе администрации. По его словам, загвоздка в цене. Мы в Москву дали запрос неделю, месяц назад. Вот как только она выйдет, мы сразу их соберем и объясним, что почем. В прошлом году, когда я давал комментарии, да, мы говорили, вот, биокс и прочие дела. Нам выкатили 1,5 миллиона. Это очень дорого, жители сказали. Сейчас ищем путь удешевления. Досадное поражение. Владимирская «Торпеда» провела матч в подмосковных «Химках» с местным футбольным клубом. На перерыв команды ушли, так и не открыв счет. Вторая половина встречи оказалась более результативной. Счет с передачи Максима Зимарева открыл капитан «Торпеда» Иван Каратыгин. Хозяевам поля удалось отыграться, а на последних секундах еще и удвоить разрыв. В результате матч закончился со счетом 2-1. Таким образом, после 27-го тура «Торпеда» занимает 4-ю строчку турнирной таблицы и имеет в своем активе 41 очко. На послематчевой пресс-конференции наставник черно-белых еще раз напомнил, что у команды дела не так хорошо, как хотелось бы. И он благодарен игрокам за то, что они, несмотря ни на что, выходят и борются за победу. Очень рад и горд за нашу команду. Лишь даже за то, что мы участвуем в таких матчах. Потому что очень много у нас разговоров, да, когда мы проигрываем. Все смакуют эти вещи так, как будто у нас там суперклуб, да, на ногах стоит, там у нас все здорово, все прекрасно, да, и никто не, даже в мыслях нет поддержать команду, поддержать мальчишек 94-го года, которые бьются там за тройку. Я шестой канал включаю, наливаю чашку чая, улыбаюсь и встречаю оранжевое утро. Здравствуй, город, всем пора вставать, всем пора вставать, по делам бежать, улыбаться, воздухом дышать. Здравствуй, утро! Наполнены людьми, громко хлопает дверьми, не троллейбус, не трамвай, автобус. Их, друзья, очень скоро. 40 человек нас всего будет. 40 человек и буквально несколько пар посадочных мест остались свободными. Я надеюсь, что сейчас их займет наш ранний зритель. 36-66-66. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Как вас зовут? Анна. Анна, мне нужно кое-что проверить. У вас есть самый юный участник вашей семьи, ребенок. Да, конечно. Ребенку исполнилось 7, 8, 9, 10, 100 лет.
11. Все, отлично. Аню, для того, чтобы... Как зовут, кстати, вашего малыша? Как... Анют, как ребенка зовут? Мама Аня, как зовут ребенка? Дмитрий. Еще раз? Дмитрий. Дима, да. Анна и Дмитрий 8 мая в 7:15 утра будут забираться в наш автобус, а там песня «Лай-лай-лай». Анют, для этого вам нужно сейчас очень-очень сильно постараться. Дело в том, что, ну что еще можно делать в оранжевом автобусе по дороге в Ярославль? Конечно же, петь песни. Мы будем петь те песни, которые вы, уважаемые телезрители, и вы, Анют, специально для Димы, сейчас будете разгадывать. Некоторые слова мы ребусно заменили на символы. Получилось, сразу скажу, сложновато, но, Аня, ради Димы надо постараться. Договорились? Хорошо. Итак, внимание, сейчас мои коллеги продемонстрируют вам фрагменты песни. Анют, будем думать вслух все вместе. Что вы видите, помимо маленькой черной девочки? Письма. Так, письма, запятая, дальше. Письма, письма лично на... Что вы видите? Что вы видите, Анют, ничего страшного. Письма, письма лично на... На что? Почту ношу. Так. Словно я... книгу с продолжением пишу. Дальше есть незнайка, а есть... Ань, ну, по-моему, ну, вы уже должны почувствовать. Эта песня, конечно, не современная. Знайка. Есть незнайка, а есть знайка. Тогда что получается, Анют? Знаю точно, знаю, где мой друг. Ой. А как называется в почтовой переписке человек, которому вы пишете? Андрея? Вам кто-то подсказывает, Ань, или это голос в моей голове? В строке «Адресат» где? В? В доме. Где? Я постоянно слышу голоса. Кто это говорит? Танюшка, это ты говоришь у меня, скажи, пожалуйста. Мой администратор, который летает завтра в Турцию, постоянно отгадывает вместе с вами. Так, что вы видите, Анют? В? После В что вы видите, Анна? Вы что-нибудь видите? Дом. Тогда что получается? В доме. Где? Живем. Живет. Нет там слова «живет». Посмотрите, что там написано, нарисовано. В доме где? Так, Анют, ну давайте с самого начала. Вы должны почувствовать. Вы понимаете, если вы сейчас не сложите песню, я не смогу вам отдать приз и приму следующий звонок. Давайте, поехали. Первая строчка, Анют, собрались. Для Димки нужно постараться. Ну. Письма, письма лично на почту ношу. Словно я книгу с продолжением пишу. Знаю точно, знаю, где мой адресат. А в доме! Где? Ну, это ж резной палисад нарисован, Аня! Ну, это ж вот палисад, какой резной! Рассмотрели? Анют, а вот сейчас... Сейчас, смотрите, только там не книга, там как бы... как бы это сказать? Вот «Отцы и дети», «Война и мир», как бы вы назвали? Не книга, а ро... Роман. И все-таки я, наверное, буду назойливой ведущей, но я попрошу коллег вновь вернуть обратно наш ребус. Вот, Ань, а сейчас нужно прямо спеть вот тем проникновенным голосом вместе со мной. Готовы? Анют? Три? У меня слуха, ни голоса нет. Да у меня такая же история, ничего страшного, ну, разбудим весь Владимир, ничего не случится. Анют, поехали, 3-4. Письма лично на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу. Знаю, точно знаю, где мой адресат, в доме, где резной палисад. Анна, вы понимаете, что всю дорогу в Ярославль, всю дорогу, я заставлю вас с Димкой петь эту песню. Вы будете петь эту песню вот от начала до конца, вы ее распечатаете в интернете, и вот сколько ехать до Ярославля, 4 часа. Все 4 часа остальные 38 победителей будут слушать эту песню. Анют, самое-то главное, ничего не планируйте на 8 мая, потому что мы приняли решение, берем вас с Димой в наш оранжевый автобус. Договорились? Спасибо большое. Спасибо огромное вам, но ничего сложного. Я сказала, что будет непросто.
разобрались же, сделали. Друзья, итак, если вы вдруг не знаете, 8 мая 2014 года, в канун Дня Победы, мы все на соборке встречаемся, отправляемся в город Ярославль. По дороге мы поем песни, там катаемся на катере, там для нас обзорная экскурсия по очень красивому городу. И там мы посещаем Ярославский планетарий. Все это делаем вместе с компанией Влад Обл Тур. Кстати, если у вас есть желание отправиться в любой другой город нашей замечательной страны или посетить побережье Черного либо другого моря, все это можно сделать с Влад Обл Тур. И самое главное, мы едем не одни, ребят. Мы едем с Макингом, а с Макингом ехать веселей и, самое главное, вкусней. Ты постоянный зритель «Оранжевого утра»? Тогда прими участие в акции «Оранжевый автобус» и готовься к оранжевым майским каникулам. 8 мая 40 победителей отправятся в славный город Ярославль, где их ждут обзорная экскурсия по городу, катание на теплоходе и знаменитый планетарий. По будням с 4 по 30 апреля в эфире «Оранжевого утра» с 6.30 до 8.00, позвони в прямой эфир по телефону 36 66 66. Отгадай ребус и успей занять свободное место в автобусе для себя и своего ребенка. Подробности акции на сайте 6tv.ru и в официальной группе «Оранжевого канала» ВКонтакте. Наш вкусный спонсор – кафе «Макинг». Привет, весна! Привет, весна! Я скучал! Овны, чем раньше вы вспомните о том, что учиться можно не только на собственных, но и на чужих ошибках, тем удачнее сложится для вас этот день. Прислушивайтесь к советам опытных людей. Это избавит вас от необходимости набивать шишки. Тельцы, у вас очень удачный день. Нет и не может возникнуть такой проблемы, с решением которой вы не справились бы в считанные минуты. Близнецы, сегодня вы обаятельны и привлекательны. Окружающие не оставляют вас без внимания, а вы используете их расположение в собственных интересах. Раки, этот день может принести кардинальные перемены. Ничему не удивляйтесь, пусть события развиваются своим чередом. Все происходящее идет вам на пользу. Львы, вы склонны вести себя легкомысленно и безответственно, забывать об обещаниях, которые дали, обязательствах и делах, требующих внимания. Девы, вы не считаете нужным скрывать свои истинные чувства, а именно это позволяет избежать недопонимания и просто неловких ситуаций. Весы, у вас подходящий день для решения важных вопросов как делового, так и личного характера. Интуиция очень остра. Никому не удастся повлиять на вас или ввести вас в заблуждение. Скорпионы. Для вас день неровный и беспокойный. Вы прислушиваетесь к мнению людей, которые руководствуются собственными интересами и могут даже манипулировать вами. Стрельцы. Хотя не все складывается удачно, этот день дает возможность решить многие проблемы. Не замыкайтесь в себе. Сегодня желательно участие в совместных проектах и общественной деятельности. Козероги. Это весьма сложный день. Запаситесь терпением. Достичь поставленных целей быстро едва ли удастся. Решения, которые вы принимаете, не вызывают у окружающих одобрения. Водолеи, вместо того, чтобы сосредоточиться на решении важных задач, вы потакаете своим прихотям, балуете себя, а в свободное время вдохновенно и с удовольствием капризничаете. Рыбы, подходящий день для решения задач любой сложности. Вы настроены конструктивно, трудности не пугают вас, а напротив, вдохновляют. Сегодня свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования – пожарная охрана. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал указ о создании первой российской противопожарной службы. В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать жителей столицы за нарушение правил обращения с огнем. 30 апреля отмечается Международный день джаза. Это музыкальное направление возникло в конце 19 века в США как синтез африканской и европейской культуры и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства, объединяющей расы и национальности и стирающей границы между людьми и государствами. 30 апреля 1918 года была образована киностудия «Ленфильм», которая подарила стране не один десяток киношедевров, таких как «Дама с собачкой», «Гамлет», «Чапаев», «Свадьба в Малиновке» и «Человек-амфибия». Наряду с игровыми картинами здесь снимаются телесериалы, музыкальные клипы, рекламные ролики и документальные ленты. В 2001 году на «Ленфильме» была завершена техническая реконструкция и переход на современные цифровые технологии звукозаписи и монтажа. День ангела сегодня празднуют Максим, Мария, Петр, Александр. Привет, весна! Привет, весна! Я скучал!
Привет, Владимир, вы проснулись, я тоже скучала. Это отличная среда в студии Ирины Сергеевой-младшей, друзья. Ну, наверное, сейчас самое время напомнить вам, что сегодня Всемирный день джаза. Мы это обязательно отметим, я вам обещаю, разными вариантами. Ну, как можно отметить день джаза? Попеть, конечно же. В доме, где резной палисад. Ну, на самом деле, сейчас мы в данный момент желаем всем приятного аппетита. Напоминаем, что в этом сезоне наши уважаемые партнеры Владимирский хлебокомбинат представляют новинку сезона – слайсы со вкусом чеснока. Со вкусом бекона. Выбираем самое лучшее. Хрустим, они соленые. Очень приятно ощущаются во рту. И самое главное, без искусственных ароматизаторов. Вот такие мы с вами молодцы. А еще мы отправляемся, знаете куда? В долину первомайского шашлыка. Сейчас мы узнаем, как же правильно, быстро и профессионально по-восточному приготовить шашлычуню и люли-кебаб. Привет, весна! Привет, весна! Я скучал! Доброе утро, друзья! Уже завтра начинаются майские праздники, и большинство из вас отправится на пикники. А главным блюдом пикника является, конечно же, шашлык. Как приготовить вкусный, настоящий, традиционный шашлык, поможет нам узнать мастер Шахрат, который занимается этим делом уже 15 лет без перерыва. Я беру свиную шею. Вот мясо режется таким образом. Мы режем крупными кусочками. Мы берем ваш лук, соль, мясо. Конечно, я на глаз солю всегда. Берем черный перец. Хороший. Они молотые. Специально дает запах. Сладкий перец. Паприка. Сыпем паприкой. Немножко. Не так много, чтобы для запаха. Вот. А открывать, пожалуйста, минеральную воду газированную. Заливаем, да, минеральной водой. То есть, получается, минеральная вода сохраняет шашлык дольше, более свежим. Да. Это, как видите, это фарш. Фарш. Есть состав. Куриное бедро, свиное сало, шпик, и свинина. И говядина, и лук. Чтобы не кисло, чтобы не падало, здесь все на месте. Лук пропускает через мясорубку. Уже стало жестковато. Так. Сюда. Люля после приготовления, то есть фарш перемешания, должно быть, по идее, в холодильнике лежат. Шатки 3-4. Убираем холодильник. У вас хорошо получается. Рука уже. Да, рука сама чувствует. Рука сама чувствует, куда все мясо. Теперь будем лепить люля. Достаем фарш. Кусочек берем. Берите кусочек мяса. Вот. Отбиваем его. Отбивайте, да, руками. Берем вот мясо, пожалуйста. Оформляем его. Вот. Видите, оформляем его. Вот. Теперь руку немножко мочить водой. Опять же, люля хочет воду. Любит воду, да? Люля любит воду. Теперь мы ставим. Люля жарится на раскаленном огне. Минут 3-4 образуется уже слой. Чтобы момент надо поймать, люля. Да. Все уже, видите? Уже красиво. Уже я момент поймал. Ага. Ух, как здесь жарко-то у вас. А я не сказал бы жарко. Не сказал бы? Может, вы стоите со мной, вам жарко. В каком там состоянии? Люля готова. А как вы определяете, что шашлык уже пожарен? Сок спускается. А есть, который видит, вот жарится, а сок остается уже на месте. Уже говорит о том, что не заплатит. Шашлык готов. Все. Приятного аппетита. Шашлык, конечно, не является национальным российским блюдом, но в России его любят безмерно. Обязательно отправляйтесь на шашлыки. Приятного аппетита. Для приготовления шашлыка по традиционному рецепту нам потребуется свиная шейка, репчатый лук, минеральная вода, паприка, соль и перец по вкусу. Для приготовления люля-кебаб нужно взять фарш из свинины, говядины и курицы, репчатый лук, минеральную воду, паприку, соль и перец по вкусу. Thank you.
Okay, we wrote this for a purpose to motivate you at this time. With this hypnotizing baseline, please feel free to lose your mind. Привет, весна. Привет, весна. Я скучал. Вот, друзья, как только мы заговорили о какой-то вкусняке, сразу в студии появляется вкусняка, потому что сейчас речь пойдет о шикарной игре от сети кафе с доставкой «Вилки нет». Сегодня мы разыгрываем сет «Нью», а также «Вилки нет» — это роллы, суши, воки и бизнес-ланчи. Большие порции по маленьким ценам. Телефон доставки 4922-602-008. И звонок в студии 366666. Алло, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. А, доброе утро, как вас зовут? Марина. Марина, сейчас у вас есть возможность, я думаю, вы увидели эту картинку, выиграть огромный сет «Нью». Ну, восточные блюда есть восточные блюда. Для всей вашей семьи от сети кафе с доставкой «Вилки нет». Для этого мы должны с вами по традиции ответить на элементарный японский вопрос. Готовы? Давайте попробуем. Марин, внимание! Как называется древнее японское искусство складывания фигурок из бумаги? Оригами, мозаика, васаби. Оригами. Какой быстрый и, самое главное, правильный ответ. Марин, вас поздравляет «Оранжевое утро» и, конечно же, сеть кафе с доставкой «Вилки нет». Мы отправляем к вам вкуснейший сет «Нью». Вот это огромное вкусное блюдо с имбирьком, с васаби. Приятного аппетита, Марин. Огромное спасибо за сегодняшнюю игру и хороших вам майских праздников. Кстати, друзья, вы знаете, если вдруг так получилось, и вы вот именно сегодня в ночь улетаете, а моя коллега Мария Рыбакова улетает, наш администратор улетает, как же мы выйдем на работу? У нас практически потеря состава 50%. И тем не менее, ребят, если очень скоро вы окажетесь на пляже, будьте аккуратны. По всем пляжам Турции, а также и России постоянно передвигается очень быстрый человек. Если вы хотите знать, что я имею в виду, то смотрите внимательно. Друзья, вот таким образом он уже пропрыгал территорию Туниса, практически по побережью Красного моря, добрался до Черного, перепрыгал Турцию, потом Арарат, потом Азербайджан. И, говорят, последний раз его видели крутящимся у нас на побережье Черного моря, но это уже сообщает компания «Влад Облтур», поэтому будьте аккуратны, он никогда не останавливается. Ну а сейчас, наверное, самое время для юмора, а вы пока набирайте 366666, потому что вас ждут дельфины, шторм, штиль и морской котик Степан, а также морской котик Дима Шевелев и его усы прямо сейчас. Привет, весна! Привет, весна! Я скучал! Сколько можно? Хорошо, не буду. Эй, можно поосторожнее, но... Извините. Эй, одежда! Ты можешь делать все, что хочешь. Не позволяй женщинам себя контролировать. Это мужской мир. Все, мы мужики. Дим, пошли чего? Домой. Я... Пошли, не надо идти, но давай. Мужики рули, понимаешь? Не позволяем контролировать себя. До завтра, Артем. Весна. Привет, весна. Я скучал.
вот уже как с 27 апреля и вплоть по 2 июня в нашем парке, парке 850-летия Владимира, гостят тройка товарищей. Два дельфина, Шторм и Штиль, и их большой друг, морской котик Степан. Мы хотели бы пригласить на это выступление нашего раннего зрителя, который прямо сейчас дозвонился в студию по телефону 366-666. Алло, доброе утро, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Доброе утро, как вас зовут? Екатерина. Екатерина, Катюш, у вас сегодня не день рождения случайно? У меня, кстати, был день рождения 26-го. О, апреля? Да. Катя, в качестве подарка мы, независимо от вашего выигрыша или проигрыша в нашей рубрике «Угадай лицо», мы все равно вам подарим вот эти два приглашения. Договорились? Спасибо, очень приятно. Но, как говорится, Катюш, ради реноме все-таки давайте постараемся. И я как бы ставлю 5000 рублей на то, что вы угадаете этого человека, у которого сегодня день рождения. С первого раза, коллеги, я попрошу вас представить Екатерине, нашей, ну, можно сказать, имениннице, одну треть лица человека, у которого сегодня день рождения. Катя, кто это? Ага, Филипп Киркоров. Это единственный в нашей стране человек, которого, вы знаете, даже не нужно раскладывать на три части, а сразу понятно, кто это такой. Кать, давайте поздравим Филиппа с днем рождения, скажем. Дорогой Филипп, дорогой Киркоров, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть у тебя в жизни все будет хорошо. Да, Катюш? Да, конечно, поздравляем, чтобы его дети радовали, чтобы все у него в жизни складывалось. А представляете, Катя, сейчас неожиданно он дозвонится к нам и скажет: Ирина, я хочу ваш оранжевый автобус. Как же мне Киркорову-то отказать будет, неудобно-то? Придется взять с собой. Придется взять, да, блатным местом, как говорится. Катюш, желаю вам классного уикенда. Отправляйтесь смотреть на Шторма, на Штиля и на морского котика Степана. Спасибо. И, конечно же, классного 1 мая вам, Катя, и вашей семье. Договорились? Yes! Ну а если мы все с вами желаем отправиться туда, где жарко, позаботьтесь о том, чтобы у вас на голове был правильный головной убор. Если, ну, что-то не идет или сомневаетесь в выборе, нет проблем. У нас есть штатная рубрика «Красивым быть не запретишь», где Алина Киселева расскажет вам, как правильно выбрать и подобрать себе шапочку. Самое главное, какое значение она будет иметь для вашего имиджа. Привет, весна! Привет, весна! Я скучал! Личности, носящие головные уборы, безусловно, вошли в историю. И я думаю, что здесь все дело в шляпе. Головные уборы присутствовали в гардеробе всегда. Менялись только формы и материалы. Цилиндры, канотье, котелок, трибли, хамбург. Отсутствие оных на голове мужчины говорило о пренебрежительном отношении к обществу. Количество и фасон головного убора могло сообщить о хозяине не меньше, чем часы, ботинки и костюм. Головные уборы стали частью образа видных политических деятелей, таких как Уинстон Черчилль или Че Гевара. Например, Наполеон модель своей знаменитой черной треуголки нарисовал собственной рукой и за жизнь сносил таких не менее 100. В эпоху Советского Союза у членов Компартии в ходу была шапка-пирожок, которая, кстати, очень актуальна в нынешнем сезоне. Шляпы стали визитной карточкой многих звезд кино и эстрады. Их яркие образы неразрывно связаны с головными уборами. Типичным примером стал Чарли Чаплин и его знаменитый котелок. А для великой Сары Бернар была создана шляпа «Федора», которая получила свое название благодаря одноименной пьесе. На некоторые мероприятия без головного убора и вовсе вход воспрещен. Например, королевские скачки. Здесь выбор не ограничивается классическими моделями. Наибольшей популярностью у англичан пользуются модели известного шляпного дизайнера Филиппа Трейси. Его модели отличаются экстравагантностью и эпатажем. Надеть такую решится только очень смелая персона. В любом случае, на протяжении времен и эпох шляпа являлась способом проявить свою индивидуальность и харизму. Примером тому является одна из самых ярких представительниц культурной элиты Владимира – Алиса Ивановна Аксенова. Видный музейный и общественный деятель страны, заслуженный работник культуры. Шляпки обожает и даже коллекционирует. Головные уборы я люблю. Я считаю, что они очень дополняют вот как-то образ женщины. Я люблю, знаете, очень идет, кстати, мужская шляпа. Ну, например, вот к моему образу. Но, разумеется, это зависит от лица, от образа. У меня что-то шляп много накопилось, которые я давно уж, конечно, в Венеции покупала, вот, в Риме. Две великолепных шляпы. Одна как типа амазонки, немножко на лоб не идет, а другая с таким
там даже перышки есть, там сеточка есть, но все это умеренно, все это элегантно. А одну шляпу мне подарили. Знаете, я в ней поехала, когда меня пригласила в гости Тонино Гуэра. Я такой хороший такой летний брючный костюм и вот эта шляпа, и он американо, Алиса, снимай, не идет. Неважно, какую модель вы выберете, главное, помните, что этот сезон может по праву называться шляпным, и любой ваш выбор будет актуален. Привет, весна! Привет, весна! Я скучал! Друзья, если сейчас вы видите двух самых красивых джаз-герлов в мире, то вы смотрите правильный канал. Дарья Семина у нас в гостях. Дарья, доброе утро. Доброе утро. Дашунь, сегодня 30 апреля, я тебя поздравляю, сегодня Всемирный день джаза. О, бэби, кому ты говоришь? Я каждое утро пою джаз. Джаз и только джаз. Друзья, ну вы понимаете, есть Дарья. Это самый известный человек в мире, который завидовали и Чарли Армстронг, внук Луи Армстронга, внуки Элла Фиджеральд тоже завидуют Дарье. Она, есть микрофон, есть Дарья. Значит, что сейчас будет, Дарья? Значит, сейчас будет джаз. Только самый лучший утренний джаз для всех жителей города Владимира. Я хочу остаться здесь с тобой, и если я буду знать некие слова, я не буду тебе немножко подпевать. Отлично, ты мне будешь помогать, потому что, понимаешь, Ира, без тебя нет джаза. Ты драйв. Все, готовы? Дарья Семина, оранжевое утро, 30 апреля, день джаза! Музыку в студию, музыку громче, 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 громче! Громче! У-у-у! Sing, 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 sing. Everybody's got to sing like dee-da-dee. Now you're singing with a swing. Swing, 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 swing. Everybody's got to swing like dee-da-dee. Now you sing a real good swing. When the music comes around, everybody's come to town. But there's something you should know. Sing high and sing low, no. Sing, 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 sing. Everybody's got to sing like dee-da-dee. Now you sing a real good swing. Everybody's got to sing. Oh, and then they fall. Oh, and then they fall. Yeah. Oh, and then they fall. The fight. Do I want out? So do the fight now. Boom, fall, 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 boom, 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 boom. Sing, 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 sing. Everybody's singing with a swing. Swing, 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 swing. Everybody's got to swing like dee-da-dee. Now you're singing with a swing. When the music comes around, everybody's come to town. But there's something you should know. Just sing high and singing low. No, sing, 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 sing. Everybody's got to sing like dee-da-dee. Now you sing a real good swing. Now you sing a real good swing. Yeah, swing, 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 swing. You're singing with a swing, baby. Yeah.
моя Элла Дария. Спасибо тебе. Даш, кого мы пели-то так-то с тобой? Мы пели знаменитый стандарт Луи Прима «Sing, sing, sing». О, боже мой. Ну, наверное, эта песня, Дашунь, знаковая для джаза, да? Очень знаковая. Как правило, когда хотят рассказать о джазе, как правило, берут именно этот стандарт, потому что он о том, что если не будет свинга, ты не сможешь спеть джаз. Swing, swing, everybody's got to swing. Sing, sing. Это такая, ну, некая англо-американская говорулька. Калаш такой. Да, калаш красивый. Даш, ну, я думаю, что сейчас вот с нами-то точно пели наши зрители, 100%. Есть ли еще одна у нас знаковая песня в джазе? Пусть это будет песня, которая принадлежит женщине. Вот прям. Обязательно. Вы знаете, есть песня, которую пела знаменитая Элла Фицджеральд. Элла Фицджеральд — это вообще самая главная леди джаза. И она, эта тема одна из моих самых любимых. Элла одна из моих самых любимых певиц. Я обязательно хотела бы спеть именно эту песню, именно этот стандарт сегодня. Так, ребят, поехали. Диджей, трек в нашу студию. Элла Фицджеральд featuring Дарья Семина. Lullaby of bird love, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could be the ways to rhythm and a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bills and coo, when they love? That's the kind of magic music we get with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow if you should fail me, farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go. Birdland high in the sky up above, all because we're in love. One feel a bit of bell, but I wanna know. Не хватает 50 человек мужчин, которые восторгались бы даже тобой и мной сейчас. Вот чего не хватает. Товарищ мужчина, приходите в студию, а раньше утром. Мы что же в шапочках-то? That's what I always hear when you sigh. Элла Фицджеральд, бесподобная, лучшая. Now have you ever heard two turtle doves, bills and coo, when they love? If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go. Flying high in birdland, high in the sky, up above, all because we're in love. All because we're in love. Друзья,
только Дарья Семина могла принести в наше утро такое праздничное джазовое настроение. Дашунь, спасибо тебе огромное. Я поздравляю тебя с Всемирным днем джаза. И тебя, Эрочка, теперь ты настоящая леди джаза. Ближайшее выступление Дарьи Семиной на стадионе Уэмбли ровно через месяц. Встречаемся там. Увидимся. И это не только что может нас поразить, а еще и, друзья, поехали! Спасибо! Привет, весна! Привет, весна! Я скучал! Даешь ценный приз в 1500 рублей в трактир «Елки» тому, кто найдет Диму Шевелева. 366666. Алло, доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Как вы вкрадчиво? Вы не верите, что вы дозвонились? Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Светлана. Светлана, как дела? Как настроение? Отлично. Светлана, завтра 1 мая, я вас поздравляю, и вы отправляетесь, вы и ваш любимый человек, друг-подруга, в трактир «Елки», где можете скушать все, что вы хотите. Но для начала, Свет, внимание на экран, мой коллега Шевелев снова потерялся. Скажите, где? Поехали! Доброе утро, Владимир! Сегодня 30 апреля, уже завтра начинаются большие майские праздники, и я вас с этим, конечно же, поздравляю. Но, друзья, прежде чем все мы начнем отдыхать, сначала нужно мне помочь, потому что я снова потерялся в нашем городе Владимир. Я вам, как всегда, сейчас попробую дать небольшую видеоподсказку, ну а вы смотрите внимательно, потому что я, как всегда, без вашей помощи, ну, никак не справлюсь и не выберусь. Итак, внимание, вот такая вот небольшая вам подсказочка, даже вот такая вот. В общем, вот, я думаю, на самом деле понятно, где я нахожусь, но так как завтра майские, я сегодня потерялся в несложном месте, друзья, тем более эта территория очень связана с праздником, который отмечается сегодня. Итак, где же я? А где, Света? Это Танеева. А давайте узнаем, что он там делал. Дим! И как вы можете увидеть на карте, которая сейчас появится на вашем телеэкране, я потерялся у Владимирской областной филармонии. Сегодня 30 апреля, Международный день джаза. И я вас с этим всех поздравляю. Ну и, конечно же, завтра начинаются майские каникулы, друзья. И с этим вас я поздравляю вдвойне. Всем удачных праздников, больше гуляйте на улице, больше выходите на субботники, на средники, вторники, четверги. Ну а я пошел стоять за билетами, потому что сегодня в день джаза выступает мировая звезда джаза Владимир Климансевич. Я пошел, вам удачного дня. Светлана, мы поздравляем вас, во-первых, с правильным ответом, во-вторых, с тем, что вы умница, и в-третьих, с тем, что в эти майские праздники вы отправляетесь не только в шашлыки, но еще и в трактир «Елки», где на 1500 рублей сметаете все, что возможно, а это много, это вкусно. Всем хорошего продолжения сегодняшнего дня, он короткий, почему у меня ощущение, что это пятница. Всем классной среды до 5, 6, 7 мая. Сергеева-младший, РЕН-6 канал. Пока, до встречи. Здравствуй, город, всем пора вставать, по делам бежать, улыбаться, воздухом дышать. Здравствуй, утро!